Космическое путешествие, не выходя из дома. Имена жителей планеты, в числе которых оказались и десятки ивановцев, на специальном чипе, расположенном на борту космического аппарата «Осирис-Рекс», отправились на астероид Бенну. Своей цели корабль достигнет в 2018 году. Сначала аппарат произведет съемку космического объекта, а затем приблизится к нему, чтобы взять образец грунта. Завершится космическое путешествие только в 2023 году. Бенну относится к потенциально опасным для Земли астероидам, поэтому специалистам важно провести исследование. Следует отметить, что регистрация для участия в заочном космическом путешествии проходила в 2014 году. Пока аппарат был подготовлен, пока сделали ракет-носитель, вот за 2 года, в общем, достаточно быстро. Вот, и о том, что мы летим, вот есть сертификат, правда, это не настоящий сертификат, это как бы распечатанной копии, потому что настоящий он в электронном виде, вот, цветной, красивый, но здесь есть и фамилия, и номер сертификата, и цель миссии. Так что все, есть, летим.